Ижорский завод. Одно из ведущих ленинградских объединений. Основной поставщик реакторов для атомных электростанций страны. Здесь, как и во всех других коллективах Ленинграда, развернулось социалистическое соревнование в честь 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В авангарде соревнования комплексная комсомольско-молодежная бригада, возглавляемая Анатолием Муравьевым. Анатолий – потомственный ижорец. Специальность получил в металлургическом техникуме. Закалку в армии. Ему 27 лет, женат. Избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Соревнуясь в честь ленинского юбилея, коллектив, которым руководит Муравьев, рапортовал о завершении 10-й пятилетки почти на год раньше срока. За трудовые победы Анатолий награжден почетной ленинской грамотой.